czasie tej ewangelizacji. I ждал меня почти 2 года уже. I on czekał na mnie prawie już prawie 2 lata. Здесь вот глубоко во мне. Tutaj głęboko w moim sercu. Чтобы я своей душой повернулся к нему и начал общаться с ним. Ja swoją duszą zwrócił się do niego i zaczął mieć z nim społeczność. Я говорю, почему ты со мной так общаешься? Говорили, ну, как сказать? Я запитала, дlaczego ты ze mną tak rozmawiasz? Я же последняя сволочь. Jestem najgorszym. Egoist. Najgorszym. Только сам себе важен. Tylko jestem dla siebie tylko ważny. W swoich oczach jestem ważny. Почему ты так меня любишь? Dlaczego ty tak mnie kochasz? Он говорит, Алис, тебе не надо ничего делать, чтобы я тебя любил. Але ты, он говорил, ты не можешь ничего чинить, чтобы я тебя кохал. Я говорю, ты всех так любишь. И запитаем, ты всех так кохаешь. Я начал называть таких людей, как Гинтас. И я начала выменять таких людей, как Гинтас. Которые спонсировали меня деньгами. Которые мне спонсировали. И я хотел, платил им хорошие проценты. Я платила на них добрые. Некоторые из них сидели в тюрьмах. Некоторые из них сидели в тюрьмах. Некоторые не сидели в тюрьмах. Некоторые не сидели в тюрьмах. Бывшие спортсмены. Были спортовцы. Считали себя умными, сильными. Которые уважали себя за мудрых. Имели единство. Единство. Имели единость. Но это единство использовали для злых вещей. Але ту єдність уживали для злых целей. Единство есть сила. В єдності є моць. Но как мы будем использовать это единство? Але то, як ми ту єдність будемо використовувати, вживати. Я говорю, ти любиш этого, этого, этого. По імена начал називати. Я запитала, ти кохаєш того, того і того, зачем вимінять по імені? Люблю, 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 люблю. Кохам, 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 кохам. Я тогда первый раз открылись мої глаза. І тоді перший раз утворилися мої очі. Я познав свою глупость. И я тогда познала свою глупость. Слабость вообще, полностью я был никто. Свою слабость. Я тогда зрозумела, что я вообще никем. Я понял, что со мной говорит тот, который говорил Авраамом, Исааком, Яковом, сейчас со мной говорит. И я тогда зрозумела, что со мной разговаривает тот, который вделал в жизни Авраама, Исаака, Якуба. И... Тот же, он умер на кресте, был прибит, ну, пролил свою кровь. И тот сам умер на крыжу, пролил свою кровь. Воскрес из мертвых. Встал из мертвых. И вся власть ему принадлежит. И вся власть ему належит. Любой день он мог бы сказать, время в ад мне. Он каждого, в каждой хвиле мог бы показать мне, что мам идти до пекла. И я бы, никто бы не спас меня. И никто бы меня не избавил. И сейчас он показывает мне свою любовь. И сейчас он показывает мне свою милость. Дает еще второй шанс. Дает мне еще другой шанс. Я решил, что я буду ему послушным. И я сдецидовал, что я буду ему послушным. Я этой любви нигде не нашел, не видел, не имел, не чувствовал никогда. Я этой милости нигде не отчувал, не досвидчил. Такой любви не было ни у мамы. Такой милости не было ни от матки, ни у папы, ни от отца, ни у брата, ни у сестер, ни от брата, ни от сестры. Ни в жене, ни в детях нигде не было такой. Ни от жены, ни от детей нигде не было такой милости. Чистой, чистой любви. Такой чистой, чистой милости. Которая готова каждый день умереть за тебя, если надо. Которая готова каждого дня за тебя умереть, если треба. Если ты будешь неверный, он останется верным. Навіть якщо ти будеш невірним, він позостане вірним. І ніколи тебе не оставить, ніколи тебе не відвернеться, не відвернеться. І ніколи тебе не залишить, ніколи від тебе не відвернеться. Я хотів з деньгами таку любов купити. Я хотів таку милость купити за пеньонзи. І от так, з цього моменту, це був 93-й год. І от того моменту, це було 93-го року. Він призвав мене до себе. Пшивало мне до себе. Я решил всем своим сердцем следовать за ним. Я сдавался с целого своего сердца подобрать за ним. Я в 92-м году сказал, будь моим Господом. Я в 92-м году поведела, будь моим Паном. Но в 93-м году. Але в 93-м. Я решил сделать его своим Господом. Я сдавался учинить его своим Паном. И он, конечно, своими путями меня повел. Он, очевидно, своими другами мне приводил. Вообще мне не понравилось это. И то, очевидно, мне не подобало.
І не завжди зараз мені подобається, що він робить. І не завжди все, що зараз чинив в моєму житті, мені подобається. Він повністю змінив мою життя. Він цілковито змінив моє життя. Но самое главное, что он начал мою жизнь использовать для других жизней. Але найважніше, що моє життя почав уживати для інших людей. Сначала я думав про себя, про то, как свою жизнь устроити. На початку я мислила, як тільки своє життя збудувати. Но я не видел ни Иисуса, ни окружающих себя. Але втеді не